Привет, Саш. Здравствуйте. И мы, друзья, сейчас встретились с Александром. Александр в городе Гетеборг, и он караванер, у него прицеп. Саш, расскажи, как дошел до такой жизни, прицеп купил. Да какой это классный. Швеция, жизнь. Тем более. Вообще, да, мы же с супругой долго об этом думали, много лет как-то, не то что не решались, как-то руки не доходили. А потом мне предложили работу в Норвегии. И зная цены на жилье, мне как бы не по ротации, ничего, контракт был, а именно, то есть, если хочешь, приезжай и живи там и работай. Uh-huh. И я прикинул, что-то по-быренькому купили мы этот караван и поехал. Ну, правда, у меня не получилось пожить в нем. Я приехал и на следующий день улетел от этой компании в командировку на полгода. Так я, короче, и не пожил там в этом кемпере. Да, потом пришлось через полгода вернуться в Норвегию, его оттащить там на территорию, он у них стоял на работе. То есть мне как бы не получилось с ним пожить. Но потом у меня была другая возможность от этой же компании в Германии. И уже когда я тащил его в Германию, там я его как бы под себя подшаманил, переделал. Потому что он был, он старенький, 91-го, по-моему, года, если я правильно помню. Он такой газ, везде под кемпинг, то есть там, чтобы 220 было. Я и горячую воду, и бойлер поставил, и отопление дизельное поставил, автономку. Электричество, солнечные панели, то есть мы его под себя сделали и поехали колесить до Хорватии, Монако, Италия, Франция. С прицепом. Австрия, да. Сложно вообще с чем-то автодом? Не, с автодомом мы вот с таким не катались, но якобы у меня практика большая, у меня БЕ-категория. Я прицепы, хорошо по работе, да, таскал и 8-9-метровые длине. То есть, как бы, без проблем. Я... Останавливаюсь здесь чаще? Все-таки кемпинги или нет, дикие парковки? Мы у нас все дикие. Единственное, когда мы до Хорватии добрались, там просто сама сторона располагает, там грех в кемпинг не ставить. Становишься в кемпинг и живешь. Не как в гостинице с видом на море, а прямо вот мы жили, вышел, первая утренняя процедура, это плюхнуться в море, да. А так нет, в Швеции здесь тоже, этим летом мы катались здесь по Швеции, кстати, первый раз за все это, на север Швеции мы ездили. Мы, в связи с тем, что вот ребенок, супруга, так мы примерно каждый пятый-шестой день заезжали в кемпинг на одну ночь, так сказать, в цивилизацию, и дальше ехали. А, и сами дико, да, все? А так все дико, да. Дико не страшно, ничего вот как? Не. Здесь, да, на севере нет. Там только лоси, белки. А, лоси только, да? Да. Мы тоже вот по этой аппликации, Bark for Night. Места обалденные. Саша, а вообще, как мысль пришла приехать там из Литвы в Швецию жить? Да, это даже не мысль, это необходимость была, наверное. Необходимость? Раньше так модно было. Все, заканчивая школу, знали, что куда-то чухнут. Из Литвы, да? Да. Как бы сейчас со своим опытом уже, спустя 14 лет, с опытом, с знаниями, может, мы по-другому бы, конечно, сделали. Но вообще тогда не думали, просто чухнули и все. А почему Швеция? А там не Германия, например? У меня мама уже работала в Швеции в этот период. И я вот приехал как бы к ней, и потом дальше сам пошел учиться, потом супруга приехала. Еще тогда не супруга, но... Подруга. Понятно. А вообще как-то сложно было там первый год, два вот так вот здесь начать как-то что-то? Вообще нет, я полиглот, я... Жить быстро, да? Шведский я начал говорить примерно через полгода, а уже спокойно общался со шведами через год. И через год я уже пошел учиться на шведском языке. Как свой же, да, такой язык вошел? Своим никогда не будешь, я как бы уже не в том возрасте, это вот она, маленький ребенок может как бы, уже эти все интонации, все уловить. У нас все равно, как бы, когда говоришь по-шведски, чувствуется акцент. Но меня это никогда не смущало, я никогда не скрывался, я горжусь, что я русский, я всем всегда это говорю. То есть меня это нигде не ущемляет. Как-то потихоньку интегрировались. Вообще, если не сидеть, где поработал, какие работы были здесь? Здесь я работал с техникой в основном. Начинал на стройке, сварщиком. Потом пошел учиться, техник гидравлист по образованию, работал ремонтом техники, с кранами, 4 почти года работал в Норвегии, не в Норвегии, а от норвежской компании на нефтяных вышках. Вот оттуда началось уже вот это вот движение и ротация. И вот уже в тот момент, когда вот мы начали, это был 12-й год,
Вот, наверное, тогда и начали зарождаться вот эти вот мысли про путешествия. И угу. вот уже, ну, благодаря вот такой работе. И вот последние 4 года я тоже работал в этой сфере ротации. Я по всему миру летал, обслуживал спецтехнику в аэропортах. То угу. есть Европа, Россия, очень много по России ездил. И когда с работы приезжаешь в дом и куда-то, или просто на машине и куда-то. Угу. То есть вот так вот, наверное, да, вот в 2012 году зародилась вот эта вот мысль передвижения, путешествий. Путешествие. Вообще располагается страна к Швеции, к этому? К путешествиям? Да. Да, однозначно. Здесь угу. очень много на самом деле. Очень много. Мы даже в этом году начали путешествовать, как вот ни странно, по Швеции. Ну, именно с караваном. И вариантов много. Особенно, если предпочитаешь дикий угу. образ. Как бы тут кемпингов много, да? Но в основном шведы, мне этого непонятно, но они вот приезжают и садятся, да? То есть он приехал и на месяц сел в своем вот этом, в одном месте. Угу. Отпуск закончился, и он назад домой уехал. Ну, не все, конечно, но очень много здесь распределено так. Нам как-то больше нравится передвигаться. Угу. И то есть мы в кемпингах, ну, не останавливаемся. Ну, как бы не то, что неинтересно. Вот для кемпинга, мне кажется, это не та страна. Вот в Хорватии приятно, ты приезжаешь, и вот тогда нужен не автодом, а прицеп. То есть ты приехал mm-hmm. на машине, прицеп, якорь кинул, у mm-hmm. тебя уже точка есть, да, и ты на машине спокойно, легко двигаешься. Здесь немножко не то, здесь как бы погода, климат все равно не тот. Здесь нет такого, что ты там можешь чилить, да, как вот мы в Хорватии. Утром проснулся, ты не думаешь, что тебе делать, ты можешь весь день тупо на пляже проваляться. Здесь угу. такого не будет, ну, здесь такого нету. Поэтому мы здесь считаем, что лучше двигаться. То есть приехал куда-то на место, точку. И мы, когда мы ездим, мы, в принципе, не едем посмотреть что-то. Мы едем и смотрим. То есть у нас, допустим, по времени, если мы ограничены, мы там себе географию очерчиваем, то что едем до туда, да? А что мы видим, мы, когда едем, что видим, то и видим. То есть нет каких-то там целей, планов, там вот это. То есть просто садимся и едем. А куда уже, получается, ездили по Италии и пошли? Это в Хорватию только, да? Или... Не, у нас получается Дания, Германия, Франция, Италия, Швейцария, Монако, да? Да, Австрия, Словения и Хорватия. Угу. Ну, много всего интересного. Ну, не так много, но как бы... Просто вот для, мы поняли, что вот для такого передвижения отдыха, то лучше автодом. Угу. Если так вот двигаться, автодом все-таки проще и на дорогах, но угу. дом, прицеп, он удобен, когда вот на таких, как вот Хорватию едешь, то есть ты изначально получается точка, да, вот Швеция, и мы едем куда? В Хорватию. Угу. И ты намеренно, то есть все, транзитом проезжаешь, ночуешь на парковках, транзитом все проезжаешь, приезжаешь там в Хорватию, где-то встал на какую-то локацию и там стоишь. Месяц. Тогда да, тогда удобно. А когда, если хочешь путешествовать, ну, ездить, тогда, конечно, автодом лучше. Автодом, собственно. Ну, это мы пришли сами к этому, как бы. Когда перед тем, как покупать, мы тоже думали, или то взвешивали за и против. Угу. Но решили попробовать с малого. Ну, потому что и по деньгам, и плюс машина была, только прицепить надо было. Расскажи, почем купил? Год точно не помню, по-моему, 90 годов. По-моему, 91-й, 92-й. Такой старенький. Да? Он старенький, но он просто в идеальном состоянии был. Мы купили его, дай бог памяти, по-моему, за... 38. Я вот не помню, то ли он 35 хотел, и мы за 32 сторговались, либо он хотел 38, за 35 взяли. Ну, в районе 3,5 тысячи евро мы его взяли. Угу. Состояние у него обалденное, у него еще палатка была здоровая. Палатка больше, чем фон, дом. Да? То есть он угу. как бы, ну, в длину такой же и угу. чуть-чуть шире, чем сам дом. Вот как раз, когда в Хорватии стояли, вот опять-таки плюс. Палатку угу. поставил, у себя вот получается... территория. То есть мы в дом, в принципе, заходили, по сути, только вечером поспать. У нас там угу. стол большой, летняя кухня, ну, разборная стояла, все как бы, ну, то есть в дом мы заходили, в принципе, только поспать. Угу. Ну и, говорю, много переделал, немного все, что касается отопления, воды, и воду протянул, и солнечные панели, все полностью переделал. Плюс угу. в этом, получается, в передней части, где фаркоп, у него же там эти газовые баллоны стояли, как газовое оборудование все убрал, места сколько появилось там, ну, и для вещей угу. каких-то. А по расходу топлива у нас этот бачок, сколько там,
по-моему, 10 литров, если я помню правильно. Не знаю, мы тут, кстати, познакомились с ребятами, они на севере Швеции живут, сами с Украины, ну, давно уже в Швеции. И он что-то спросил, говорит, а сколько топлива-то жрет? Я говорю, слушай, года два назад, говорит, залил, до сих пор еще больше не заливал. То есть, на самом деле, мало как-то эта воздушка. Многие ошибаются, ставят мощные. 4-5 киловаттные, он не нужен, нужно ставить лучше поменьше, чтобы он постоянно, ну, на маленьких оборотах работал, гораздо лучше. Понял. Это вот из своего опыта работы с печками. Вообще карманник очень нравится? Да. Это отдельная нация. Отдельная нация, да? Да. Просто есть люди, которые это как бы принимают, и которые не принимают. И вот это то же самое к разговору, что лучше, автодом или прицеп. Нет лучше, есть то, что тебе нужно. Как я говорю, все от того, как ты отдыхаешь, как ты хочешь отдыхать. Вот, допустим, в твоем случае прицеп это убийство было бы. Ну да, наверное, просто убийство, удобно. Да. Когда ты куда-то так вот ездишь. У нас вот опять-таки думали, как бы всегда стараемся, думаем, оптимизация, да. И вот у нас сейчас сделали террасу ему под крышей, его загнали, и у нас получается как бы на даче еще вот домик для гостей, если кто-то приезжает. То есть, ну, большая терраса. Ну, еще там не до конца, конечно, сделал, но он себе и крышу получил, и второе назначение. То есть летом его вытаскиваешь спокойно и поехал. Куда захотел. Да? Саша, вот в Швеции живете, вообще кто такой швед? Как вот, если так образно описать. Кто такой швед? Ну да, так вот образно, если описать, как вот, там менталитет. Ну, я думаю, наверное, важно будет сказать из своего уже опыта, то, что сама Швеция изменилась очень сильно, когда вот я приехал. Я приехал в 2006 году. И вот Швеция та, и эта Швеция, это две разные вещи. То есть вот если раньше такие были фундаментальные вещи, ну опять-таки повторяюсь, я уже слышу много критики, голоса, как говорится, это мое субъективное мнение, да, я не говорю, что так оно есть, я говорю, что это мое мнение. Раньше были какие-то вот фундаментальные вещи, да, там вот Электролюкс, все вспомнили, да, эту рекламу, Электролюкс, да, да. Швеция, сделана с умом. Где у нас Электролюкс сегодня изготавливается? В Китае, наверное, да? Вольво. А, ну, где у нас Volvo? Они опять вроде приехали сюда, в Швецию. Нет, они продали только легковые машины. То есть экскаваторы, автобусы, грузовики. Это все пока что шведское. А все остальное, да, продали. Еще легковые же есть. Volvo очень много ездит. Не, они-то ездят, но владеют ими китайцы. А, вот так вот. Компания, да? Сама, то есть акционеры китайцы. Так вроде бы опять сейчас уже сюда перевезли. Нет, так они производство здесь оставили. А, это понятно. Владеют китайцы. Владеют, да? Китайцы. Ну, это вопрос времени, наверное, тоже. Ну, это уже не наших мозгов дело. Водка Абсолют. Французам продали. Ну, то есть, на мой взгляд, вот такие вещи, как бы, ну, то, что у людей во всем мире ассоциируется именно вот со Швецией, оно получается уже не шведское. И это на самом деле о многом говорит. Уже все поменялось, да, получается? Ну, и мы чувствуем разницу очень большую. Ну, а чем вот сейчас по-другому жить здесь, сейчас, например, в 2020 году? Чем там в 2006 или в 2007, в 2010? Раньше было как-то у них, вот чувствовалось вот это вот, строилось для страны. Сейчас все равно вот уже чувствуется больше скосить бабла, да, вот как вот раньше, ну, наверное, и сейчас это осталось в России, конечно. Но вот лишь бы скосить бабла, то есть уже нету этого. Как вот раньше все строилось семейно. Очень много раньше компаний было, которые переходили из поколения в поколение. Сейчас это все теряется. Дети приходят, все разбазаривают. Вообще сложно здесь найти работу? Ну, если есть желание, то нет. Если что-то можешь делать или знаешь свое дело, да. Ну, и опять-таки, тут другой вопрос. Документ. Кто ты, откуда? Ну, дело не в тебе, в смысле, там русский ты или еще кто-то, а просто чисто формально. Одно дело, если там человек приезжает с Прибалтики, ему гораздо проще, естественно, устроиться на работу. А если человек приезжает с третьих стран, то просто сам процесс получения разрешения на работу. Вообще-то реально? Все реально, конечно. Ну, как это вообще вот такие... Ну, первое, самое, что первое, это нужно делать, это найти работодателя, который в тебе заинтересован, и либо он будет настолько в тебе заинтересован, что он будет подавать вот эти заявления, да, потому что нужно получить в миграционной службе разрешение на работу, либо, естественно, самому шуршать все это делать на основании контракта. То есть первый шаг номер один – это контракт, договор должен быть. Ну, интересно. А так, в принципе, да, работа здесь как бы есть.
Саша, вот вообще вот здесь считается Швеция самая счастливая страна. Вот как ты чувствуешь это счастье? Чувствуешь его вообще? Счастливый здесь? Я знаю, это то, что многие. Есть такое в смысле понятие, да? Даже не то, что Швеция, а Скандинавия, они там друг с другом меняются год от года, там то Дания, то Норвегия, то это. Ну, опять-таки, это мое субъективное мнение. Счастье-то оно у всех, как бы, ну, разное, да, и кто-то какую-то там статистику ведет и решает то, что вот они счастливые. Ну, черт его знает. Мне вот что здесь нравится? Мне вот реально нравится природа. Вот она реально располагает. Есть вот эти шведские какие-то фундаментальные вещи, заложенные еще черт знает с каких годов. Они мне тоже нравятся. То, что сейчас вперемешку с новым мышлением, с молодежью, которая как бы, ну, которая сейчас движет стороной, да, и вот это вот старые законы консервативные, и вот это новое поколение не особо не модернизируют. Не то, что не модернизируются, а меняются. И вот эта вот смесь, она немножко странная. Ну, как бы про счастье я, ну, трудно сказать. Я считаю, что это все-таки нельзя сказать, что страна счастлива. Это все-таки индивидуально. То есть мы считаем, что хорошо там, где мы есть. Поэтому, не знаю, наверное, здесь хорошо. А вот ты говоришь, тебе нравится, что тут раньше было. А вот что раньше было? Вот то, что там чувствовал, что так вот. Трудно ответить однозначно. Но вот когда общаешься с людьми в возрасте, я бы сказал, 50+, у них ценности другие. Патриотизм, что ли? Сейчас у молодежи, даже не молодежи, а вот меньше, ну, тем, кто до 40, у них как-то этого нет, он не чувствует этого. Даже и по работе смотреть. Очень много раз слышал и в свой адрес, и в целом, когда общаешься, многие шведские работодатели предпочитают иностранцев, потому что у них другая рабочая культура. Я лично работал с людьми, которые вот фактически стоит, крутит гайки, 4 часа вечера, у него вот как он вверху руки держит, у него ключи падают, он уходит. Утром приходит, поднимает эти ключи и продолжает крутить свои гайки. Чувствую, все тогда по времени прям. Ну, дело не времени. Дело отношение к работе, что ли. Менталитет. Ну, это вот, говорю, вот этот период такой, смесь идет. Раньше шведы такие не были. Они вот реально построили крепкую, хорошую страну. Саша, вот откуда вообще пошло? Что-то у меня такой вопрос. Вот что здесь платят по часам, а не там за сделанную работу. Это, опять-таки, да, из тех времен, здесь в основном оплата часовая, но больше и больше сфер, тут еще от сферы очень зависит на самом деле, но больше и больше сфер уходит от этого. Уходит от этого? От часовой, да. А и больше идут и к фиксированной, либо к сделочной стоимости. Это да, это... Но опять-таки, тут такой нюанс, все равно люди, которые дают фиксированную цену, они, как ни крути, они опираются на часовую. Вот, допустим, у меня брат занимается покрасками, да? У него есть фиксированный, он работает только по фиксированным ценам. Но он, опять-таки, просто знает то, что я вот приезжаю, и у меня, он видит этот объект, и он знает то, что мне там нужно это 3 часа. Ну, я условно говорю. Он для себя понимает 3 часа. Он эти 3 часа умножает на свою часовую стоимость и выдает клиенту, получается, фиксированную цену. А клиент, в свою очередь, знает то, что ему у него не будет там часовая, сколько там я часов буду работать или не буду работать. Он знает, там ему там 2000 крон это будет стоить. И много сфер, и даже в нашей сфере тоже это, ну, все больше и больше компаний переходят на фиксированную цену. И это даже уже во многих сферах становится преимуществом, я бы сказал, когда ты, ну, если я вам скажу, там, сколько стоят наши услуги, а наши стоят услуги, там, столько-то крон в час, у вас сразу вопрос, а сколько это часов будет занимать? Ну, вы-то хотите какую-то цифру получить, ну, Да, ну, финиш. Да, я-то могу и час делать, а могу и 10 делать, а когда ты говоришь, это будет стоить вам столько-то тысяч, там, крон, и ты уже понимаешь. Интересно вообще, интересно. Вообще, вот, если брать, вот, Саша, порекомендовал, например, стоит сюда вот эмигрировать в страну, в Швецию жить? Вот подписчикам, например. Тоже это
индивидуально очень. Ну, я считаю, что просто так нельзя сидеть на диване и придумал, я вот хочу в Швецию поехать. Да? То есть, как бы человек, когда куда-то, ну, мое такое мнение, когда он куда-то собирается переезжать, у него там кто-то есть, допустим, ну, как пример, там, кто-то есть, там, друзья mm-hmm. или там родственники уже там живут, вот это его туда тянет, да, к ним, или то, что это будет какая-то там помощь на первой стадии, там, география, он там хочет в теплой стране жить. Швеция, как бы, климат суровый, то есть, тут, как бы, ну, это не та страна, куда приезжаю чилить. На море, да? На море купаетесь в Гетеборге? Да, ну, мы закаленные, да, мы как бы... Ну, купаетесь в июле только или когда, в августе? Не, мы по желанию, 13 градусов есть, идем. Вот мы на севере, да, с дочкой, мы вот в этом году начали на доске стоять, на водяной. Серфинг? Ну да. Это серфинг уже приходит в Швецию, да? Ну как серфинг, я не знаю, в моем понятии серфинг это когда там по волнам они стоят. А, доска и просто? Доска и с веслом. А, да. Это другой серфинг. Да, да. Ну это другой серфинг, да, пассивный, я не знаю какой. Mm-hmm. Вот мы на этом, да, и у нас еще сколько, 13 градусов, да, и ходим, и ничего, нормально. А вот сейчас, например, ты сказали там, опять в Литву поехал бы жить? Нет. Назад. Нет? А почему уже вот? Из-за нее. Чтобы потом она уехала тут и зачем? А, сюда, да? Ну, это опять-таки мое, наше с супругой мнение. Угу. А вот в чем здесь комфорт заключается, Сашут? Твой такой здесь комфортная страна такая вот. В чем он? Какие бытовые такие, такие базовые вещи? На чем держится? Стабильность своеобразная есть. Плюс во многом подход у них, они не заморачиваются на каких-то, ну, как бы бюрократия здесь тоже есть, но если вот говорить про такие бытовые вещи, да, вот как, допустим, вот в наших странах прийти там, получить какую-то справку. Угу. То есть ты там можешь днями проторчать, чтобы получить справку А, тебе нужно достать справку Д. Угу. А справку Д не дают без там еще чего-то, правильно? Угу. Вот в этом тут может быть проще. То есть здесь как бы интегрированы эти электронные подписи, все, ты вот многое делаешь, ну, не выходя из дома. А, все автоматически. Ну, не все, то тоже есть замкнутый круг во многом, очень во многом есть. Но вот именно если говорить про бытовой уровень, то в принципе это очень налажено, да. То есть есть много разных вещей, систем, которые вот как бы мелочи, но они именно тебе создают комфорт, да. То есть, если ты много работаешь, нет времени, пожалуйста, есть, допустим, мешки с едой, пакеты, да, то есть, заказываешь, тебе там в определенные дни привозят с рецептами совсем, то есть, ты мешок с едой взял, у тебя лежит определенное количество продуктов и лежит там в понедельник, у тебя будет там бестроганов, да, и тебе нужно uh-huh. взять это и сделать так-то, так-то. Ну, то есть, есть система, есть, ну, uh-huh. такие, как бы, вроде, казалось бы, может, буржуазные части вещи, но они, как бы, есть, и это, как бы, соответственно, повышает комфорт жизни. Угу, надеюсь. Ну, вообще, по сравнению там, с Европой, например, как тут поменял бы, например, Швецию на там, Германию, на другие страны, ты везде объехал? Германию, думаю, нет. Германия мне как-то, ну, не очень приглянулась. Угу. Нам Хорватия очень понравилась, но там, наверное, больше играет факт климата, да. Ну и народ ближе к нам, угу. ну, хорваты. А так, в принципе, не знаю, пока у нас как бы лозунг, где нам хорошо там, где мы есть. А почему ты был в Гетеборге именно там, например, не Стокгольм, не Мальма? Ну, нет, юг точно нет, Стокгольм слишком большой. Мы и до этого жили, мы в Гетеборге живем только год. А до этого? До этого мы жили 100 километров на север от Гетеборга, на берегу Венерна. Угу. Самое большое в Швеции озеро. А в Гетеборг перебрались из-за этой карбуза, да? Да, потому что в Гетеборге есть русско-шведская школа. Угу. И мы из-за этого, чтобы... Все-таки русский проводите, да? Да, да, конечно. А что, может, шведский, английский? Нет, она в школе учится. Русский должен быть у нее основной, да? По-любому. Ага, понял. Корень должен быть наш. А где вообще здесь пожилуши в Швеции? Какие еще места интересны? Ты видишь, 14 лет здесь получается. Где еще? Ну, по самой Швеции, по географии, то особо мы Гетеборг, Ванишборг, и на севере я жил год, когда учился. Там холоднее, чем здесь, да? Гетеборг? А там, не, там холоднее, но не такой холод. Там суши воздух, угу. там минус 10-15, он отлично переносится. Вот здесь в основном вот это вот влажность? 0 плюс-минус 3 градуса, это самая дрянь такая. А там нет, там климат стабильнее, конечно. Там сейчас снег лежит. А, уже снег, да, получается? Да, да, уже снег лежит. Ну, здесь его еще как бы не выпал. Это так. Угу.
грязь разводить. Саша, а вот каким бизнесом занимаешься вообще? Вот интересный как-то, ну, или это секрет? Каким бизнесом? Да. Ну, я вообще изначально не люблю слово «бизнес». Угу. Не нравится мне это слово. У нас своя небольшая компания с супругой. Мы занимаемся бизнес-консультацией. Опять-таки бизнес-консультациями, да? Открываем компании, помогаем в открытии компании, консультируем, бухгалтерский учет. Вообще дорого здесь стоит открыть фирму? Хотя примерно? Нет. В евро, если можно. Ну вот у нас мы работаем, опять-таки, это вот мы считаем, что это понятнее людям, да, мы работаем по фиксированным ценам. Там многие mm-hmm. говорят там 100 евро, и там потом плюс это. Мы как бы знаем то, что чтобы компания была рабочая, то ты хочешь не хочешь, тебе нужен там вот это и это, да. И мы как бы mm-hmm. посчитали, и у нас полочная так называемая компания стоит, если в евро, 1125 евро, да. Это открывается со всеми там нюансами, да? Это мы, да, уже все открываем, готовая компания. И у нее, естественно, плюс акционерный капитал. Его снизили, и он 2500 евро сейчас. А вот здесь, например, если свою фирму открыл, например, вот я в России приехал, открыл свою фирму здесь. Я вообще могу открыть фирму или не могу? Можете. Ну. Могу? Не, фирму можете открыть, да. Но как-то через нее там войти сюда можно или... Да, это вот заблуждение многих, то, что есть деньги, пришел, купил компанию и как бы уже все, да, на uh-huh. старте. Это не так. Это может быть плюсом каким-то, но это не так. Самый простой способ, ну, простой в смысле не то, что он легкий, а в смысле самый простой и надежный, это через трудоустройство. Uh-huh. Но опять-таки, это может быть и твоя компания. Uh-huh. То есть, если... У тебя на самом деле есть какой-то бизнес, который работает. Ты можешь на основании этого открыть здесь компанию в Швеции сам. Uh-huh. И себя, и подавать, главное, документы в миграционную службу не как предприниматель, а как сотрудник. То есть себя устроить, там, директором, допустим, да, и подавать на основе этого документа. Это самое, да. Там есть свои нюансы, но это все делается. Ну, вообще, налоги платить большие нужно сразу, там, если это, например, сколько нужно финансов, чтобы просто открыть все делать? Или надо что-то чем заниматься реально? Вот в Болгарии, например, там он фирму открывает, она нулевая стоит, а ВНЖ у нее есть. Он там, ну как вот это ВНЖ. Нет, здесь такого нет. Здесь надо прибыл, что он работал, что-то делал, да? Да. И платить на налоги, соответственно. Налог, если на саму компанию, он вот с 1 января, он снижает его, он будет 20,4% угу. от прибыли, да? То есть если... прибыль, там 1000 евро, угу. 200 евро, 204 евро получается заплатить. Угу. Это на саму компанию. Если говорить про налогообложение сотрудников, то там на круг получается чуть больше 60%. Ух ты! Ай-яй. То есть получается, ну, я сейчас грубо говорю, там есть нюансы, грубо угу. говоря, 30% платите вы, как сотрудник, и 30% угу. за вас платит работодатель. Угу. Ну, на круг получается 60%. Все. И, друзья, у Александра есть свой канал, поэтому, кто хочет, ссылочка будет в описании. Подписывайтесь. Саша, спасибо. Спасибо.